Добро пожаловать домой, друзья. Мы продолжаем играть в Prey. Меня зовут Шустра. Здравствуйте. Не удалось мне, к сожалению, убить кошмара. Я уверена, что мы с этим бы справились прекрасно, но, увы и ах, как говорится, патронов не было от слова совсем. И пришлось как бы брать измором. То есть пересиживать эти 2 минуты. Возможно, вы это видели, возможно, я это и не вставляла. Ввиду того, что это полный дебилизм. Вот, как-то так. Взяла я еще один нейромод и... Ну да, в принципе, я верно сделала. Вот что значит взлом 2-го уровня. Понятно. Меня сейчас дадут достоком. Давай тогда сохранимся и попробуем еще раз. Знаете, сколько у меня было ребутов? 7 долбанных ребутов. Не надо эту дверь запирать. Никогда ее не запирай. Вообще ее никогда не трогай. Закрой здесь окно. Здесь, по-моему, больше никого не было. Долбанная дверь. Так, себе мы возьмем это. Это... И Запад принял вызов. Отрывок из аннотации книги по альтернативной истории Лэнса Б. Дженкинса. В 1964 году президент Кеннеди отказался от политики интервенционализма. Допустим. А если бы Америка вступила за своих союзников в Вьетнаме, что было бы с коммунизмом на Востоке? Что случилось бы с железным занавесом? Известный политический обозреватель Лэнс Б. Дженкинс рассказывает захватывающую историю о том, что произошло бы, вступив США в войну против инцидента в Тонкинском заливе в 1960 году. Историческое воображение Дженкинса основательно грандиозно и проницательно. 10 из 10. Ой, набор для улучшения оружия. Я, наверное, дальше продолжу, как бы, его и это самое улучшить. Да. Смогу же я? Нет, оружейник 2, оружейник 2. Вот огневую мощь теперь буду улучшать. Да, мой любимый дробовичок. Так, все хочешь сказать? Что даже больше шкафчиков никаких нет. Карту мне давай сюда. Защитная дверь. Здесь еще 8 человек. В пределах нормы. В дендрарии, да? То есть вот этих людей мы все-таки как бы спасли. Нет признаков жизни. Раз, два. Скорее всего, мы 2 убили здесь. Или вот этих мы просто нашли. Да, наверное, нашли. То есть нормально, мы еще так не нашли людей-то. Писем здесь нет. Так, это с собой забрать. Все. Тут больше ничего, к сожалению, нет. Здесь нужно пропуск в кладовку. Чего у нас тоже нет. Так, ну раз кошмара здесь больше нет. Можно, кстати, попробовать к лифту сходить. Там у нас турельки. Так, у нас вообще нет, да? Никаких патронов. Никаких, да. Интересно, а с гипс-пушкой я смогу что-нибудь противопоставить вот этим турелькам? Смогла. Допустим. Так. Вот, типа, ты закрылась такая. Интересно, если я тебя поставлю, ты будешь меня жарить? Не будешь. Так, у меня 34 хп. Я, наверное, вот так вот сделаю. Турель же я ничего не могу взять. Это у нас на главный лифт переход. Хорошо. А здесь тогда что? Здесь патроны для дробовичка. А здесь?
Хорошо, здесь никого нет. Вроде как. Запрос нового оператора. Аптечку мне давай сюда. Почему же у вас тут ничего нет? Медоператор Таймстар, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Слушай, сиди сюда, стой. Говорить с тобой хочу. Диагноз делаем. Похоже, у вас выдался тяжелый день. Да, не спасибо. Здоровы. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Не забуду. Ваше мнение очень важно для нас. Блин, ну какой-то медотек вообще какой-то пустой. А это куда? Эфирный фантом. Плохо. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Тихо, 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 тихо. Удачненько. Ой-ой-ой-ой, вот это было не очень хорошо. Я догадывалась, но это уже тогда, когда я уже кинула. Было поздно. Так, с этой стороны, то есть я могла его здесь, в принципе, видеть, но я его здесь не увидела. Бывает. Патроны для калу-щемета. Здесь этот, что ли? Так, подожди, а тут в чем прикол вообще? Где я? Пена поглотит все. Так, ну хорошо, это я с другой стороны, допустим, а дальше что? Зачем мне вообще здесь? Почему здесь так все шумит? Мне определенно нужно вот либо наверх, либо туда. Здесь есть кто-нибудь? Нету. А вот, кстати, и ты. Ящики, в которых ничего. Поддон. Так, это у нас что? Ускоряет восстановление пси-способности. Слушай, хорошая вещь. Давай вот это снимем, вот это поставим. То есть, ну вот от слова совсем ничего, да, хочешь мне сказать? Ладно. Добрый день, Талос. Служба безопасности напоминает. Стикер даже в укромном месте не самый надежный способ хранить пароль. Но все равно хранили, да? Так, ну туда определенно мы попадем утилизирующей гранатой, как бы, я так подозреваю. Так, утилизирующая граната. Подожди. Ништяк. Запчасти, погнали. Так, надо фонарик установить. Вообще, тут бы свет включить. Опачки. Здрасте. Чертеж дробовичка. Замечательно. Так, ящичек для того, чтобы нести. Еще немножечко минеральчиков. Это что такое? Это ничего такого. И все. Вот так вот бедненько, скромненько. Слушай, ну я прям... расстроена. Ну, конечно, такая себе секреточка.
Что это тут капает, алло? Не капать. Прям совсем ничего не положили, да? Ну ладно. Ну, давай выйдем отсюда. Типа, как говорится, и на том спасибо. Человека нашли. Без признаков жизни. Сейчас меня соператор полечит. Так, оператор. Ты где? Кстати. А, подожди. А можем ли мы в теплицу попасть? Куда улетел оператор? Здравствуйте, у вас назначен сеанс. У нас назначен сеанс. Так. Через стекло нельзя, да? О! Могу. Так. Справлюсь ли я? Я у тебя одного заберу, ты не против, да? У вас назначен сеанс. Ох, иди сюда. Алло. Лечи меня, говорю. Алло. Легкие ранения. С этим справится и портативная аптечка. Я скоро поставлю вас на ноги. Но теперь порядок. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Еще один. Ты вылетел, что ли? Тогда ты меня отпустишь? Это... Обещаю. Кто это? Так, где еще человек? А теперь попробуем вот эту херь. Херасе. Так, но людей мы спасли. Как говорится, обещала, что отпущу, я отпустила. Блин, всего лишь 15 этого, 15 этой хрени, вообще не очень. Так, и там один человек остался в сознании, насколько я видела. Она была с пистолетом. Здравствуйте, рад снова видеть вас, доктор Ю. Спасибо. Без сознания. Где человек-то, который в сознании? Вот она. Ой-ой-ой. Как бы вот нехорошо пошло, да? Он ей немножко голову отстрелил, кажется. Ну, я надеюсь, это все-таки не мне засчитают, как пипец полный. Так, здесь мы все откроем. Помидорки все соберем. Жрать-то что-то надо. Интересно, если включить систему полива, оно вырастет заново попозже. Так, чип еще один нам дали.
Так. Увеличивает урон оружия, носимый отмеченной целью. Мы часто цель отмечаем. Набор для улучшения оружия. Так, ага, эту женщину мы находили. Хорош. Не то нажала. Снаряжение. Так, у нас есть 3 набора. Мы дальше продолжаем улучшать. Так. Все, да? Везде теперь нужен оружейник 2. Хорошо, тогда мы берем наш пистолет и начинаем улучшать его. Емкость магазина с 15 до 17, дальность. Угу. Все, отлично. Теперь уже и в пистолет ушли. Очень даже хорошо. Что это такое? Регулятор напора воды. Регулирует напор подаваемой воды. Адаптирован для водопроводной сети Талос-1. Ну, как бы, я так чувствую, что он очень важен. Охереть, как важен. Не знаю, на самом деле. Так, хорошо. Где-то здесь... Мы еще не могли взломать какую-то хрень. Нет, здесь мы все открыли. Дальше тут мы тоже все открыли. Все получает. Вот как можно было сюда еще попасть. Так, хорошо. Теперь еще мы можем идти в главный лифт. Мы можем идти обратно и убивать еще одного телепата. Идти на кухню, тем самым открывая себе еще больше маневренности. Пожалуй, так и сделаем. Пойдем обратно на кухню открывать телепата. Ну да, вскрывать телепата. Будем надеяться, что он нам как бы... Ну, главное трупов обезвредить. Ну, в смысле трупов, в смысле людей. Вот, и будет все хорошо. Посмотрим, кого мы еще нашли сейчас на посте охраны, если... Да даже хорошо, если трупаки будут тут ходить. Я вообще хочу вернуться на Талос-1, вообще-вообще, и в медоксеке просто человека освободить. А то как-то это... Не знаю, вернемся ли мы туда. Но, в принципе, можем в любое время вернуться. Как только мы найдем открытый шаттл, в смысле, открытый шлюз, например, в следующей секции. Хотя, подожди, она говорит, январь говорит, что через главный лифт удобнее перемещаться между локациями. Значит, запустив главный лифт, мы сможем везде побыть. Ну, как вариант, я не уверена. С другой стороны, зачем тогда шлюзы открывать? Блин, конечно, хочу, но... О! То есть, обезврежен и лежит, да? Угу. О, боже. А, подожди, у меня есть 60-19. Ничто из вас не мимик? Тоже аптечки. О, да, детка, как мне тебя не хватало. У нас еще есть 3 нейромода. Так, давай посмотрим, что нам нужно сделать с нейромодами. Значит, энергия. Кинетический взрыв. Нам здесь нужно 5 нейромодов. То есть тут лишь только или копить? Странно, почему я не могу это вкачать? Пока не разобралась, почему? Ну да, ну ладно. Вообще, почему я не могу качать телепатию? То есть у меня есть вроде как моды, но... Ну нет. Я бы подумала бы вот этом вот бы. О взрыве кинетическом. Так, хорош.
Потрошки есть. Так, мне теперь нужен... Нужен ты. Похож на чувака? Ну нет, уже не похож. Нет, я вот здесь вот лучше сейф сделаю. У нас, правда, только дрободан. Но зато в нем патронов до хера, правильно? Ага, понял, не дурак. Дурочка была бы, не поняла. Так, вон еще трупак идет. Трубка прям как живой сидит, да? Так, пожалуй, тут сохранюсь. Я застряла. Я застряла. Я застряла. Прикинь, я реально застряла. Обезвредили. Тогда ты меня отпустишь? Обещай, что отпустишь. Ой, еще трое. Тихо, 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 тихо. Давай перезаряжай. Уходи тихо. Быстрее. Все? Готово? Все? Так, еще немножечко пожрем. Очень неудобно, что он смотрит прямо на меня. Куклы сдохли! Теперь твоя очередь! Вы подойдите к окну кухни! Я на вас гляну! А, ну глянь, сейчас, подожди тут, мужик. Мне надо сейчас везде тут собрать, везде все пролутать. Я слишком, как говорится, долго к этому шла. Тут реально выживший есть, замечательно. Надеюсь, он не будет мне орать, типа, эй, я же просил подойти! Так, этот пустой, этого мы обыскали. Сейчас, мужик, одну минутку буквально. Давай возьмем ключик. Проверим, здесь на... без сознания человек. Так. Надеюсь, вас никто не съест. Мужик, ты бы этих перетащил. Они-то в чем виноваты? Так.
Просьба Кока. О, доктор Морган Юкон, приятный сюрприз, наконец-то! Мне приготовят... Костюм. Что там написано? Ю? М-Ю? Морган. М-Ю? Сами убили зверя? Если хотите зайти, укрыться, ступайте. Возьмите кое-что мое. Вот ключ. Он открывает мою комнату. Идите туда. Возьмите мою награду. Она мне нужна. Она мне нужна? Тогда, может, поговорим. Ой, это мы чё? Просьба Кока. Найдите награду Кока в его каюте, в жилой секции. Сейчас найдем. Сейчас только здесь облутаем все. Так. Они все без головы, лол. Все, больше здесь ничего и никого. Ну, такое себе. Я ожидала, что в кафетерии будет побольше хотя бы еды. Так, ну там мы беглым взглядом как-то пробежались. Вроде все нашли. Так, ну здесь-то вроде никого. Конечно, если сейчас после того, как мы здесь побегали, никого здесь не прибавилось новенького. Ничего. Так, ну пойдем. Там мы вроде тоже все зачистили. Не бойтесь мерцающего света. Это станции больно. Идите дальше. Подожди, каюта Кока. Этой станции больно. Вроде тихо. Возьмем еще помидорок. Отрывок из энциклопедии пищеведения и кулинарии Эллиота Шоу, издание 1033 года. Трансглутаминаза, ТГ, фермент, встречающийся у растений, животных и бактерий. ТГ часто используют для объединения частиц в продуктах с высоким содержанием белка, таких как крабовые палочки, рыбные фрикадельки. Повара часто называют ТГ мясным клеем. Хорош. Транскриптор. Вау! А чё это у нас с ним было такое? Что вы сделали с этой штукой, Митчелл? Это как реклама тетушки Вафли. Ну, я же не обходил блокировку. Просто отрегулировал речевой модуль оператора. Они такие мрачные. Вы знаете, сколько протоколов безопасности вы нарушили? Ну, Морган говорит, что все нормально. Даже помогает. Я оператор сковорода, мисс Шоу. Боже, по-моему, вам просто необходим пудинг из бананов «Рассвет». Сковорода, это личный разговор. Простите, шеф, я уже наметаюсь. Собираю голоса. Задание выполнено. Теперь мы можем пойти... Да? Восстановить резервные копии. Новая задача. Алло? Теперь можно синтезировать голос Даниэлы. Этого хватит, чтобы обмануть замок. Кроме того, я постаралась проанализировать сигнатуры психических полей. У людей сигнал едва различим, а тифоны дают сравнительно мощный всплеск. Но данные коралла странные. Я не понимаю, что они означают. Чем скорее мы добудем ключ-активатор, тем лучше. Интересно. Да, должна упомянуть. У людей, как я уже сказала, сигнал едва различим. Но ваше поле сильное, как у тифонов. Ну, я псионик, наверное, поэтому... Так, надеюсь, это будет не одно. Ну, в смысле. Как важно знать русскую раскладку, вот ей-богу.
Так, апартаменты директоров. Ну, спасибо, это мы уже были. Так, нет проблем, Даниил, не беспокойся. Эмоциомодификатор. Привет, Морган. Наверное, наше расписание посещения кафе сейчас смещено. А может, вы принимаете пищу прямо в комнате? Но мне хочется поблагодарить вас за эмоциомодификатор. Слышали бы вы сковороду. Вряд ли Даниэлу это понравится, но надеюсь, это не вызвало недоразумения между нами. Не оставайтесь в стороне. У нас полно ваших любимых закусок. Заходите, куда будет передышка, с благодарностью. Так, четвертую часть сами. А мы идем туда. Нет, сначала мы, кстати, идем в туалет. Раньше я мечтал о том, чтобы мы не были одни за себя. Скотина. Пугать ты меня еще будешь. Так. Нет, да? Так, мне нужен какой-нибудь маленький предмет. Надеюсь, это того стоило. Определенно это того стоило. За железным занавесом. Отрывок из хроники массовых беспорядков в Советском Союзе. Автор доктор Люма Норбанда. Хотя за последние десятилетия отношения между СССР и Соединенными Штатами улучшилось, остатки железного занавеса продолжили разделять два государства. Более того, коммунистические идеи Владимира Ленина даже на 100 лет не утратили своей популярности во все расширяющиеся границы матушки России. Но с каждым новым аннексией недовольство политиков СССР усиливалось не только среди американцев, но и среди советских граждан. Меньшевики, как их стали называть, возражали против советской доктрины агрессивной экспансии. Поначалу меньшевиков было немного, но их число быстро росло. После советско-индийской интервенции ситуация достигла критической точки. Меньшевики возглавили народное восстание, и началась вторая чистка. Так, электронная почта. Нужно срочно встретиться. Директор Ильюшина, я работаю в лаборатории психотроники. Мне нужно срочно с вами увидеться. Уйди на месте. Значит, время и место, я приду. Анна Лиза. Отказ в доступе данных добровольцам. Главный инженер Илюшина, ваш запрос о получении доступа к базе данных добровольцев был отклонен, так как у вас нет соответствующего уровня доступа должности. Угу. Ничего важного, да? Нейронные горизонты. На паузе. Проблема в том, вот в чем проблема. Так, здесь мы все. О, здесь у меня нету. Теперь у меня как бы есть. Но я не зря вернулась. Дает шанс использовать способность, не потратив энергии. Очень красиво. Мне пока нужно потерпеть, потому что я пока не могу. Почему я не могу дальше качаться? Чё, буду пробовать взламывать? Наверное, буду. Надо еще улучшить огневую мощь. Чтобы место не тратилось. Так. Блин, это надо два раза. Нет, ну это точно нет, потому что я здесь уже много времени потеряла. Здесь надо два раза взломать. Ну, давай уже.
Отлично. Чертеж для изготовления пси-инъектора. Вот это годная вещь. Не зря потратила себе... Здоровье не зря потратила себе. Чертеж. Встреча с Густавом. Доктор Игви, я передала ваши предыдущие просьбы. Мы постараемся что-нибудь сделать на... Гарантировать ничего не могу. Расписание очень плотное. Возможно, времени на личные встречи не останется. Если вам что-то станет известно, я вам сообщу. Так, мисс Гудвин, дополнение к предыдущей просьбе. Мне бы хотелось узнать, нет ли в каких-нибудь новостях о визите Густава Лейтнера. Стоит ли он, если да, состоится ли он и получу экземпляр. Так, это, по-моему, было. Комната экипажа А. Спасибо, я в курсе. Нет, доску мы с тобой нести не будем. Так. А чё это мы тогда здесь не были? Чашка Петри. Интересно, он со своей наградой нас пустит к себе, поэтому, как бы, по идее, имеет смысл все это набирать пока. А, консервированные груши. Ничего. И здесь тоже ничего. Чертеж психостимулятора. Чашка Петри. Так, немножечко жратушки. И все, да? Здесь в чемодане ничего. Так, у нас нет от Джорджа Маркса кают-пропуска и нет комнаты Сары и Лазар. И с этим уже, к сожалению, ничего не попишешь. Ладно, пойдем отдадим ему. Вы еще здесь, Эмил? Вы еще живы? Да, а что? Что значит? Хм. Что, если Эмил вернется? Впустите Эмил. Уже вернулись? Нашли? Идите к окну. Покажите. Да что, мужик, ты что, серьезно? На. Вы что-то нашли? Да, я уже отдала. Придется вас впустить. Обещал. Обойдите. Боковой вход. Принято. Угу. Так, подожди. Погодите. Минуточку. Здорово. Кухня. Здесь безопасно. Звери не могут войти. Четыре порции зеленого угря, две мини-бургера Pacific и три порции унаги роллов сиски. Но посмотрите. У нас есть еда, но нет воды. Этот регулятор давления сломан. Автоматика не включится, пока не починим. Да. МЮ... У вас уже есть эта штука? Да. Ваши мысли обгоняют время? Да. Вот, открываю морозилку, как обещал. Много мертвых кукол и припасов. Кукол? Ого, спасибо. Мне и тут... Когда куклы не могут войти, то взрываются, как бомбы. Зверь кладет яйца в их головах и взрывает. Идите, берите, что хотите, только оставьте мне куклу. Да, только ты меня там не запрешь случайно ли? Не хотелось бы. Энциклопедия пищевой кулинарии, новый код, холодильник. Так, фабрикатор. Кстати, а почему здесь нет утилизатора? Вот это вот плохо, конечно, на самом-то деле. Ну ладно. Так, нет яиц за вашими глазами, нет черной воды. Другие приходят, притворяются людьми. Чтобы я открыл дверь. Так, возьмем пару инъекторов, потому что нам теперь пси очень нужно. Все, на этом все, больше ничего не нужно. Может, у них есть полезные вам вещи? Или там внутри есть другой вид? Что? Ты меня заморозил? Старовская железка. Вы не спите, Эмью? Может, замерзли до смерти? Я взял игрушечный экран у куклы. Вижу все имена в списке. И ваша тоже. Значит, теперь вы слушаете. Я знаю, кто вы, Эмью. Дочь Уильям... Бью Уильяма. Транстар. Вечно играют с жизнями. Нет, я посмотрю, как эти твари будут вас жрать. Как тогда вы хотели скормить меня им
Или вас убьет холод, сделает из вас замерзшую куклу. Думаешь? Эбби, я все еще в хранилище данных. Не знаю, почему ты не отвечаешь. Надеюсь, ты в безопасности. Если все станет плохо, я отстрелю модуль с данными и пойду по обшивке. Приходи в фитнес-центр и постучи в окно у бассейна. Я почувствую вибрацию. И Эбби, не рискуй, ладно? Так, мне так покажется, что мне придется качать подъем. Потому что я не знаю, как еще отсюда выйти. Нужен ли мне вот этот подъем? Пусть будет. Даниэла Шоу, подать Даниэле сигнал из фитнес-центра. Сука. Выбраться из холодильника, жилая секция. Прошу вас, поешьте. Вы же не хотите меня огорчить? С чего это только? Похоже, кое-кто нуждается в калориях. Угу. Ловушка с утилизирующей гранатой. Обезвредить. Нормально, она бы утилизировала нас, да? Транстаровская железка не рванула. МЮ, вы нашли ее? Обошли? Нашли, обошли. Именно так, козел. Так, давай-ка, 3406, да? Так, проверяем еще раз на наличие... Опа, что это? Браслет-боячок. Мне кажется, что он их ел. Но я за свой... за базар не ручаюсь. Глыба льда. А как здесь можно было иначе выбраться без подъема 2? Наверное, никак. Проголодались? Да, вообще хотите. Он предложил вам огромный и аппетитный выбор блюда от Транстар. Ням-ням. Так, ладно. А, значит, подать... Окно фитнес-центра. Подать ей знак. Что это? Нет, ничего. Правильно, тут мы все зачистили. А он тут, блин, козел такой. Ладно, значит, подадим знак в следующей серии. По крайней мере, мы знаем, что делать. Нигде не застряли. Сейчас мы немножечко здесь... Опачки, скинем все ненужное. Вот это тоже скинем. Потому что это нам не надо. И вот это скинем. Все ли? Все ли, да. Ну, и я, наверное, еще схожу, скрафчу патроны себе обратно за кадром. Вывалилось. Все, да? Отлично. Пойду скрафчу себе патрошки и буду такова. А с вами была Шустра. Это был Прэй. Увидимся, ребят. Пока, ребят.